Это было волнительно, естественно, но с первыми шагами на сцену все волнение прошло, и такое невероятное ощущение чего-то забытого. Это присутствие зрителя. Ты его не видишь, но чувствуешь эту невероятную поддержку. Судя по аплодисментам, все очень-очень ждали этого спектакля. Мы долго готовились, мы хотели выйти на сцену, мы очень соскучились. Как на родной сцене вообще. Тут у нас такое нереально красивое. Зрительный зал, и сцена большой, атмосфера русский, не знаю, другое слово у меня нету, большой, сильно и русский. И это мне нравится очень. Театр — это такая магия. Приходишь и забываешь все свои проблемы. А сегодня вот именно от зрителя я чувствовал какую-то искренность. Зритель соскучился, это чувствовалось. Конечно, хочется сказать, чтобы зритель приходил в этот прекрасный театр. Я работал во многих театрах и могу сказать, что Новосибирский театр на данный момент один из сильнейших театров мира, наверное.